Всем привет! Сегодня я такое немножко необычное сделаю видео. Я буду экспериментировать. Все знают, наверное, что пимаки не любят очень холод. Да, и ну вообще есть такая история, что пимаки часто затыкаются, ну как бы, когда там 10-15 минут на них поиграешь, вот, что они отпотевают и перестают играть. Вот, по этому поводу сегодня будет такой своеобразный краш-тест на выживание. У меня с собой вот есть классный пимак в Ми. Классный пимак в Ми. Сейчас я его достану. Я его сделал для Максима. Для Максима. Вот такой вот пимачок. Вот, сейчас я на нем буду играть, пока он не заглохнет. Я сейчас нахожусь в таком классном лесу. Прекрасный денек, идет снежок. Слегка такой нежный. Где-то минус 2 градуса температура за бортом. Посмотрим, что раньше сдастся. Я замерзну, пимак заткнется или телефон упадет в сосны в снег. Вот, в общем, такое интересное видео. Не знаю, что сейчас произойдет, я по-любому его выложу. Может, сейчас он вообще не будет играть, а может быть, будет играть долго. Может быть, какие-то странные люди из леса выйдут. О, ворон, кстати, полетел, крякает. Прикольный. Ладно, подудим. 3, 2, 1, поехали.
слышите некоторые кривые ноты, это, в общем, не флейта косячит, это я косячу. Пальчики уже как-то это подмерзают. Сейчас утеплюсь как-нибудь по возможности. Продолжим. А вот такая еще. Песня. Может, шляпу уже пора поставить тут? Спасибо. Пора. Знаете? На здоровье. Продолжаем тест. Thank you.
Пока вот что-то никаких проблем у Пимака нет. Сколько у нас уже? Ну, минут 10 уже мы играем примерно. А вот с пальцами проблемы есть. Если он не сдастся через 10 минут, я сдамся. Так, вот, что-то наше началось. А нет, походу, пальцы не кроют. Классная, кстати, мелодия, надо будет запомнить. Продолжаем. Так, что у нас с временем? 15 минут, полет нормальный. Ну, до 20 минут, я не сдамся точно. Так что, в общем... Кри-кри-кри. Кто-то опять поет.
Мы все знаем, да, что нельзя играть на флейтах на морозе. Они там трескаются от этого и строят плохо. Ну вот конкретно с этим пимаком я пока вообще никаких проблем не вижу на самом деле. То есть вот у меня пальцы уже скукожились от холода, и поэтому иногда я не докрываю, когда все дырки забираю, и иногда я лажаю аппликатуру, а пимак не лажает. Продолжаем наше ходовое испытание. Двадцать минут на моих золотых. Продолжаем. Вроде какие-то начались уже артефакты. Очень классно, на самом деле. Холодно так. Ну, не знаю, слышно, нет, тут птички поют. И вообще какое-то такое клевое ощущение. Снежок, сосны. Такая. Пентатоника. Что там есть? Ну, вы слышали, в общем, никаких проблем с пимаком. Почему-то нет. Делайте выводы. Пока. Пошел домой греться.